Всем привет! Для начала нужно зайти в магазин приложений, в App Store или в Play Market. И в поиске ввести U-Money. Дождаться загрузки и открыть. После входа необходимо нажать на кнопку «Создать кошелек». Ввести свой номер телефона, а затем подтвердить его. Потом ввести свою почту и также ее подтвердить. На нее должен прийти код. Придумываем пароль на аккаунт. Прошу заметить, что пароль мы сейчас вводим не от кошелька, а от аккаунта, на котором будет кошелек. А далее придумываем пароль уже от самого кошелька. Его мы будем вводить каждый раз, когда открываем приложение. Затем нужно нажать на виртуальную карту. И при желании добавить карту в кошелек быстрого доступа, чтобы можно было оплачивать покупки в магазинах, в интернете и тому подобных. Переходим в кошелек. Вводим четырехзначный пароль, и мы завершили создание своей карты, не вводя данные паспорта и не указывая свой возраст. Карта будет работать во всех странах, но также бывает такое, что после ввода номера телефона код сообщения к ней приходит. Значит, это приложение просто не сотрудничает с вашим оператором. 100% работают эти операторы. Может, есть и другие рабочие, можете проверить, но эти работают уж точно.